Привет, друзья! Приехали сегодня на Самарку. Опять на мясокомбинат. Ну, побегать, щучку да окуня не половить вдоль камышей. Смотрите видео. О, есть, 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 есть. О, кто это, кто это, кто это, кто это, кто это? Щучка, что ли? Щучка. Оп, чуть не оторвала она мне. А я по сторонам смотрю. Вот тебе и детсад. Отдай. Опасненько, слушай, здесь без поводка рыбачить. Шнур взял. Иди. Я сегодня рыбу потрогал. Нашел полосатик. Там дырка дальше есть, Вов? Опять щука, что ли? Достали они эти щуки, слушай. Сейчас еще уведет мой зелененький. Опа! Я сегодня прям по щуке его. Цвет, потому что этот щучий прям. Все, прямо еще бурить. И вся в этих. Ну, наверное, сейчас посмотрим. Есть рыбка здесь? Какая-то, видишь? Значит, и малек не ушел, растрется здесь его щучка такая. Блин, как-то ей под губу это все залезло. Че, сфоткаем щучку? Пацанам в телеграм-канал отправлю фотку, да и ВКонтакте выложу отчетик вечером. Тихо, не дрыгайся. Тихо, тихо, какая активная, слушай, прям. О, какая. Не знаю, грамм, наверное, на 400. Иди. Отдыхай. Леска гладкая, нормально. Они не за год взяли, хорошо. А то бы так точно отрезало. Она не за год взяла. Чистая леска. Что, тот за та щучка за этот, прям за конечек взяла, что это? Ну, в прошлый раз, значит, там щучка была точно за полкилошная. Потому что та прям уводила. Эти просто дергаются возле лунки, а та прям тащила у меня леску. Обидно. Можно было бигфиш взять. Там 1,70 м. Да, 1,70 м, это 2,30 м. Я сейчас иду, вот ты же здесь как раз сидел, дергал, слышишь? Да. Щука сошла? Ну да, прям вы такой. А, тоже мелкая? А? Тоже мелкая? Да ну, по этому полкилошная была. Ага. Вот и у Вова щука сошла. Щучка, щучка, это уже покрупнее.
Здесь-то у меня с поводком. Да. О, съедобно. Съедобно его уже. О, на уху щечку половил. Ну, грамм, наверное, 600 есть щучка. Вов, поставил опять эту зеленую. Ну, да, да. Да что ты, полежи 2 секунды. В камыш? Отцеп? А есть с собой? Да, пошли. Жалко, конечно. Надо нам для балансиров купить специальный отцеп, есть маленький, а не эту балду возить. Но они не такие, они... Вот они с кольцом, да. Они пробивают его вниз. Ну, я и говорю. Спас? Да. Не сломал? Вроде бы нет. Ну, вообще огонь. Еще одна. Прям этот. Правда, щучий день. Вот он, малыш. Иди гуляй. Была бы она хотя бы килошная вся. Ну... И этот, я смотрю, мужичок там нажерлится, он бегает опять, видишь, он что-то достает. Уже 3-й раз он подбегает к жерлицам. Да, вытащил кого-то. Можно потихоньку вот так зайти. Да нет, живцовый. О, даже на живца такого не поставишь, слушай. Но здесь щука и должна ходить. Смотри, самый раз ее питание. Ну, спортивный окунь. Лед уже большой, метр. Но я думаю, лунок 50 мы сделали, наверное, 40 точно. Короче, сегодня фаворит вот такой цвет, 29-й. Вышли мы с утра, он там на русле, еще потемнул, ну вот к юшке туда ближе, по правому краю, пытались судака поймать. Потом пошли мы в 3-й затон, там мы в этих затончиках походили, вышли оттуда, пошли по берегу, там пару щучек поймал я, Вова, две я щучки поймал, Вова окуньков, по-моему, парочку поймал. Ну и перешли мы на эту сторону, здесь вот я еще 2 щучки поймал, одна более-менее, наверное, грамм на 600, забрал я ее, ну, хоть уху сварю, давно щук не ловили. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем здоровья, пока!